Согласно данной метеостанции, значит, у нас 23-24 марта на территории Гагаузии прошел циклон, в основном в виде сильного ветра северо-западного направления. Значит, скорость ветра достигала, порывы ветра достигали 25 метров в секунду, из-за чего у нас сложилась следующая ситуация. Значит, были обесточены 8 населенных пунктов полностью, 6 из них в основном в Камрадском районе и по одному Чудромскому, конечно. В течение 2 суток электроэнергия была подана. Значит, основная причина была того, что из-за сильного ветра были аварии на линии электропередач. Соответственно, были обесточены все линии, все электроподстанции. И в связи с тем, что был сильный ветер, ремонтные бригады не могли подниматься на линии электропередач и вовремя своевременно их ремонтировать. Значит, кроме этого, из-за этого ветра, значит, у нас в Чадырлунге, значит, в лицее-интернате было повалено 2 неиспользованные водонапорные башни на 15-25 кубов. Они не используются. В принципе, они упали плавно, то есть не помялись, их можно поднять и дальше использовать. Также в этом лицее-интернате было сорвано 30 листов шифера с кровли столовой и котельной. Аналогичные 2 водонапорные башни, правда, не сданы еще в эксплуатацию, упали на окраине села Хазаклея. Тоже из-за сильного ветра были, видать, плохо закреплены, но тоже подлежат ремонту. И у Конештах, значит, по улице Румянцева, с 4-этажного жилого дома было сорвано 60 листов шифера и полкуба лесоматериала. Значит, согласно постановлению правительства 1076, классификации чрезвычайной ситуации, они не подпадают под режим чрезвычайной ситуации, потому что ущерб в данном случае не превышает больше 1000 условных единиц, то есть 20 тысяч лей. В единичном случае эти расходы будут возмещены за счет собственных средств этих собственников. Сегодня на ситуация как по подаче электроэнергии? Значит, сегодня только в Бешалме отсутствует электроэнергия в 2 садиках, в 1-м и 2-м. Во всем селе свет есть, во всех населенных пунктах электроэнергия подана.